программа защиты свидетелей, запущенная праведным деятелем. Спасибо ему, родимому, мы стали еще уязвимее, болезненными, ослабшими, но уверенно окопавшимися на наших законных квадратах. Полученное вами задание из нас выбито уже показания, напираясь на духовные ценности, обвиняя неполноценностью и комплексах младшего брата. Не видели, не замечены, говорить особенно нечего. А с вами уж и подавно! По долгу службы законности, простой человеческой подлости, мы не вернемся обратно. Такого случая не будет у нас. Вероятно. Ну такие программы пишут. За нас все определивший. В отделе сбыта доставки он также стоит на прилавке. На нем наши шарф и рубашка, они ничем не гнушаются. Поплачут, поспят, покаются. Нас это не касается, не было отмашки. Программа защиты свидетелей. О, спасибо вам, благодетели. Повелители, гуманитарии, ваши глаза светло-карие навсегда будут в нашей памяти. Я очень прошу вас, протокол не записывайте, что мы остались все так же зависимы от культурного наследия, толщины пуповины столетия или нитками белыми шитыми. Те, кто верил